Пацаны, кому нравится слоник, ставим лайки, пишем комментарии. Пацаны, кому нравится девушка, ставим лайки, пишем комментарии. Может, сфотографировать человек-обезьяна? Это у нас обезьян, без коста. Сахакайли, как у нас там плантация специй, да. Мы сейчас сюда прибыли. Они лазают специально, обычно люди у них. И что, это все так красить, что ли, будут? Обязательно, что ли, краситься-то? Компран! Смотрите, какую красоту наводят всем. Теперь мы коренные жители Индии. Смотрите, какой я хороший. Светлана, смотрите, видите? Индиец и индианка. Супер. Так, кто следующий? Кто на новенького? Заходите. Ну что, Светлана, пойдем фоткаться-то? Сереж, дай свой. Нет, камера нажми. В одну руку, подержи. Чуть-чуть подальше. Вот. Фото фри, приходим, фотографируемся. Сейчас. Готовы? Улыбочка. Я вам представляю вашу девушку, которая вам проведет экскурсию. Слушайте хорошо, она говорит по-русски. Сейчас идите вместе с ней. Мы с вами встретимся на слониках. Слоны интересны? Да. Все, да, хорошо. Не, элефант. Все, пожалуйста, проходите. Все, передали нам гида. Класс. Теперь у нас будет индианка-гид. Давай, тут правило такое, мы не просто гуляем, а на экскурсии, главное не оставаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анкита. Да, я вас им гидом паяти фантазия. Та тера турия фантазия 100 гитар. Демонстрация только 2 гитар. Так, сюда. Так аки дина пальма, так зелёный аки дина, зигзаг аки дина. Там туда. Это ваниль. Да, это ваниль. Это ваниль, это во вторая самодрогая спиятся мир. Да. Это ваниль, это аки дина, это дают цвету. Цвету только ручной опилаем дают зелёный бог. Да после 9 месяцев ваниль будет готовый. Тогда плюс готовый бубик чулки, собираем суши и ваниль готовый. Та ваниль экспортит на 2 страны, США и Англии. Да только это на 2 страны, ежедневно рецепт как снимаю масло. Та 15% лекарства фабрик на лека, 20% парфюмерии и 30% для Кока-Кола и Пепси. Это soft drink. Да, Coca-Cola и Pepsi дают фосфор. Это кими. То убивает запах масла ваниль. Понимаешь? Да. Что-то понимаем через слово. Это куст кардамон. Да, это кардамон растут рядом корень. Это корень, зеленый корень. Это кардамон, это боб. Но есть яблоко, нютр, есть семена. Это три разных вида. Зеленый,
बेली и черный. Дестарасты зеленый кардамон. Та बेली и черный кардамон только для кухни. Для кухни кардамон это хорошо для любого блюда. Это не острый спирт. Та наликар зеленый кардамон это антидепрессант. И это память пьют вместо вода либо молоко. Да когда кусты дают 20 либо 30 грамм кардамон каждый сезон. На год только один раз. Это поэтому кардамон третий. Самая дорогая специя. И это королева специи. Это кардамон. Он тоже говорит, что это мой кардамон. Ну, я не знаю, может, по их мекам дорогой, может, он здесь и нормальный. Это дерево мускатный орех. Там плод, яблоко, как лимон. А, да. Ага. Это дерево дают два специи. Это медь, это цветок и мускатный орех и мускат. Это дерево яблоко и там нутриеста орех. Ты сам мускатный орех дают запах и это не острый специи. Ты наликар мускат это стимулятор. Ты берите два щепотки мускатный орех и тычинки шафран. Ты стакан молоко и мед. Пьют это афродизиак. Ты много мускатный орех это натворный. Плохо для мозга. Это мускат это антиполисай. Ты попробуй чуть-чуть после алкоголя. Я помню, ты слышал союз, да? Попробуем. И банан. Так хотелось бананчик муравьишки живут. Вот, смотри, вот это термиты. А, вон вижу, бегают, ага. Вот они, термиты бегают. Ага, дерево кофе. Да, кофе есть два сорта, арабика и рубуста. Та арабика это куст, и рубуста это дерево. Та собираем красное зерно и вытребаем. Потом сушит и жарит. Только после переработки пахнет кофе. Зерно есть два рода. Девушка и мальчик. Если плод есть два семена, это мальчик. И одна это девушка. Для мальчик для кофе и девушка посадить земля будет дерево. Мальчик семена тоже растет, только это не дают плод. Это поэтому сажаем только женские семена. Лучше покупаем кофе арабика, это натуральная крепкий кофе. Там есть натуральная кофеин. Это пальма зовут битель. Зеленый это оранжевый битель. И во второй пальме это кокос. Большой это кокос. Ты кажется плюс готовый будет оранжевый. Собираем сушит и вытребаем. Та нютри из орех это битель. Это битель это индийская легальная наркотика. Да. Та чуть-чуть битель это хорошо для пищеварения. Та если много попробовать дают рак для гортани. Да. И во второй пальм это кокос. Кокосовый плод это один. Есть три разные. Три мисет, шесть мисет и девять мисет. Это три месяца кокос, это пьют. Там есть мало кокос и много вода и все зеленые. Это шесть месяца кокос для кухни. Там есть пол кокос и пол вода немножко коричневый.
Это 9 месяцев после масла. Там не молоко, только кокос. И си коричневый. Это вдвоем по быстрой растет. Это тин для специй. Это нормальный идет климат для специй. Это бетельный пальма растет. 3 колеса, 1 год. Это кокосовый пальма растет. 4 колеса, 1 год. Прекрасно. Ну вот, что это там. Здесь 3, а здесь 4. Вот в этом году, если они 3 выбираются, то мы будем подпосляем. По 3 месяца. Ну, какой мозг красивый. Это самогонный аппарат. Да. Это макет кешью. Это частный сезон кешью, это поэтому макет. Это кешью это сезон марта, апрель, май. Это кешью это отдельно орех и отдельно яблоко. Орех не нютри. Ты как запрос готовый, будет красный, либо желтый. Ты как запрос готовый, сами подъедет. Собираем, отрываем орех и сушим. И потом на фабрик. То яблоко дают сок. Сок это оставляет 5 дней. Будет брага. Это дают фени. Это фени это во второй перегон. Первачок хурак. Там алкоголь 15%. И во второй зовут фени. Там алкоголь 42%. То чуть-чуть фильтр хорошо для откашля. Чуть-чуть, немного. Перец. Да, это маленький кругленький перец. А, горошком. Да, да, да. Вон это перец, это лиана. Есть это красный, черный, белый и зеленый. Та севиди перец, это степень зеластый. Та первый перец, это зеленый, потом готовый, будет красный перец. Красный кипит в воде, будет белый перец. Красный сушим, это черный перец. Да. Это черный это острый, то белый это ароматно. То на лекарь перец это хорошо для кислотный баланс. Это нормальный идет кислотный баланс. То берите два щепотки черный перец порошок и стакан тупле вода. Ты размешает пью два раз в день. Это нормальный идет кислотный баланс. Да. Это перец это хорошо для слайм бительный. То берите два щепотки черный перец порошок и черный чай. Ты размешает, пьют утром Наташа. 5 после минут дает эффект цунами. Туалет. Смотрите, это мальчик, это демонстрат. Как собираем орешки битель. Как собираем наркотика, это можно фотографии, видеофильмы, можно. Это пальма не сломает, не ломает. Это гибкий пальма. Да. Готовы? Да. Будешь фоткать свет? Можешь сфотографировать человека обезьяна? Это у нас обезьян, без коста. Ничего себе, блин. Кто хочет попробовать залезть на пальму? Чуть-чуть. Нужно сильные ноги. Да и руки надо сильные, не только ноги. Что это? Лавровый лист? Нет. Вот это? Да. Лавровый лист похож. Нет. Нет, не лавровый лист. Не надо. Пахнет чем-то другим. А пахнет вкусно. Да. Пахнет вкусно. А ваниль была? Угу. Вот и вот это. Корица.
Да, пахнет чуть-чуть, пахнет корица. Пахнет гвоздикой, корицей, все, все, что хочешь. Кто знает, чем это пахнет, пишите в комментариях под видео. Это дерево. Это дерево душистый перец. Да, душистый перец. Это называется дерево масала либо кари. Только название другое. Так по-английски люди говорят кари. У нас говорят масала. Кари масала. Да. Это дерево дают Бог. Ты как заплес готовый, потом собираем, сушить и малу. Это дерево дают 5-5 запах. Корица, гвоздика, мускат, кардамон и кориандр. Да. Так листья масла любовный лист. Да пахнет приятно. Вот там что-то опять раздают, видите, желтенькое. Ну, чем оно пахнет, интересно. Чуть не пойму. Сушеный лист, на сушеный лист похож, который просто пахнет и все. А это лаванда? Без запаха, нет, как будто. Это дерево гвоздика. Да, это чуть-чуть по листу пахнет гвоздика. Да. Гвоздика это сухой цветок или буток. Да еще масло гвоздик, это хорошее для зубной боли. Да. Гвоздика бивает коричневый и черный. Но лучше покупаем коричневый свет гвоздика. Там есть масло. Черный это без масла. Mm. Да. Банан. Мы траву едим. Вот эта трава растет, которую мы называем бананом. Один момент это кора, это корица. Кора. Да, кора. Да, это кора. Кора. А, кора корица? Да. Ну, смотри, Свет. В Индии листья корица ползают как лавровые листья. Да, еще масло корицы это хорошо для атросустава. Берите 2 капли масла корица и 20 капли любого другого масла. Ты размешаешь масло 2 раза в день. Да. Перец. Перец? Да, это чили. А, чили перец. Да. Это что чили. Маленький. Огонек. Да, вот пири-пири. Да, пири-пири. Это третий самый острый перец в мире. Это максимальный размер. Максимально? Да. Такой маленький? Маленький, да. Так каждый красный будет готовый. Потом собираем, сушить. Это перец 2800 разных любовный перец. Это не гаванский, это португальский перец. Это пири-пири. Да, пири-пири. Это дурьян. Как дурьян? Смотри, они раз, смотри-ка. А вот это дерево прямо, которое что ли, дурьян? А, висят штучки вот эти, ага. А, он вот это закрывается. Да, это зовут Нидотрога. Мы видели его. А, ну мы такие листики видели, да. Да. Трогаешь, они так раз и сворачиваются. Раз, раз. Оп, и свернулись. Не будет, да, это Нидотрога. А? Что это? Это дурьян. Это дурьян. Нет, как дурьян. Да. Да. Как дурьян. Да. Это индийский, когда джекфрут. Джекфрут. А вот и слоник. Сколько слоник стоит? Если взрослый слон уже обучен многим каким-то командам, слон взрослый может стоить 20 миллионов рупий. Ого. Если маленький еще слоненок, которого надо обучать, где-то 5 миллионов рупий. А где здесь магазин-то этих? Слонов? Нет. А специй? Это чуть дальше сейчас, после слоников будет. А прокатиться сколько на слоне стоит? 700 рупий за человека. 700 рупий за человека? Да. Не совсем дешево для слона. А по-моему в Таиланде мы дешевле катались. Вон там товарищ что-то мудрит.
Да, девочки, мальчики, тут будем с Ланой кататься, купаться. Слон ест. Там рядом фотографии 200 рублей, 1 человек. Катание 700, купание 700. Что он? А что, он тростник ест или что? Кто знает, что есть слон, пишите в комментариях под видео. Ставим лайки на слона. Он там сверху сажает. Гоп, гоп, поехали. И кататься, и купаться 700 рупий стоит, одинаково. Ну и по желанию слон может вас облить, это хоботом, душ. Сейчас все пойдем на голову прямо. Купание, это очень весело. А, смотреть бесплатно, даже да? Даже когда смотришь, это кажется, как будто тоже слон поливает. Сейчас, минут через 5-7, мы пойдем вслед за слонихой. Она сейчас пока идет готовиться к купанию. Сейчас она помылочек рукачется. Содержание слона обходится $50 в сутки. Так что подумайте, будете вы содержать слона или нет. Сейчас мы идем смотреть купание слонов. С нашей группы кто-то уже заказал купание со слоном. Посмотрим. Природа здесь красивая. Можешь сфотографировать слона сверху? Сфотографируй слоник. Пускай какает. Представляешь, если ты будешь со слоном в одной комнате находиться? Это все равно, что в танке. Свет, сфоткай на фотоаппарат, Слоник, что ты там торчишь-то? Ну что, у нас, по-моему, нет такого фото, как сейчас он лежит. О. Девушка, что ли, сейчас будет купаться со слоном? Алло. Паса? Алло. Паса? Алло. О, купаться. Пацаны, кому нравится слоник, ставим лайки, пишем комментарии. Свет, ты слона с девушкой сфотографировала? Все так мало, что ли? Я думал, больше будет. 700 рупий за то, что тебя там несколько раз облили водой, что ли? О, девушка номер два.
Она даже залезть не успела, уже обкатили. Пацаны, кому нравится девушка, ставим лайки, пишем комментарии. Что, все что ли? Мало совсем. Напрягался сильно. Аплодисменты девушке. Ислану тоже. Так. Ее не покупать. 800 рублей. Где еще такое делать? Так что кто хочет покупаться на слоне, приходите сюда. 700 рупий стоит все это удовольствие. Уже уходим. Здесь руки моем, и оригинально мыло висит. Видите, вот так берете, раз-раз и помыли. Помылили. А сейчас мы идем на завтрак. Или там еще ничего не готово на завтрак. Подготавливают пока. Привет, друг. Привет, друг. Будем ждать. Сначала у нас будет дегустация. Вот так. Такую бутылочку дали фри. Если хотите еще, 20 рупий будет стоить. Можете, пожалуйста, трубочки. Трубочки? Опа. Прямо под цвет. Трубочка. Так, у нас кэшью дали на дегустацию. Сейчас оценим, что это такое. Банановая тарелочка. Вроде ничего. Да, Светлана? Да, я кэшью всегда любила. Ага, можете сюда заходить. Из склада кэшью, вот, 45 градусов. Местная самогонка, пожалуйста. Фени. Офигеть, я даже не знаю. Это как она? Такой, я бы на запах. Мы были в Мексике, там тоже есть запах. Во. Там тоже так. А, кстати, вроде и пахнет там нормально, не вонючая. Давайте. За что пьем? За наш отдых. За наш отдых? Давайте. За Индию. За Индию. Чтоб наши желания в Индии сбывались, правильно? Как наш гид говорит, в Индии... За пределами, а не только в Индии, правильно? Ну и как самогоночка пошла? Видишь? Добрая. Хорошая, да. Такая мягкая, легко пьется. Обычно. А тебе, Светлана, понравилась самогонка? Ну, как сказать. Я не любитель самогонка, но и прошла. Блин, и у меня улетел. У всех стаканчики улетели. Они. Наш сегодняшний обед. Ну, достаточно, чтобы наесться.
Правильно, Ксения? Конечно, все встают из-за стола с полным животом. Всем очень нравится обед. Тем более здесь все включено. Можете 10 раз подходить. Так, это курица в соусе карри. Она немножко остренькая. А на рис... Теперь мы приступаем к обеду. Много всего здесь нам дали. Рыбки, креветки, курица. Курица, ну да. Креветки по 2 штуки только дали. А остальное можете сами набирать, сколько пожелаете. Ну, это манговый сок, который нам дали, как бонус. Отдельно 20 стоит рупий, если пожелаете. Приятного аппетита, Светлана. Спасибо. Тут украшения бесплатно раздают. Ну, смотрите, какая у меня Светлана красивая. И меня, кстати, украсили. Сейчас покажу. Вот видите, какой я. Кому нравится украшение, ставим лайк, пишем комментарий. Вот тут еще чай нам целебный принесли. Еще бананы есть, кому надо. О, знакомьтесь, прайс-лист какой-то нам принесли здесь. Тут, правда, описание, не цены. Если кто не успевает, читайте, ставьте на паузу, смотрите. Завершающий лист. Нам еще десерт принесли, мороженое, айскрим. Разные специи продают, но цены не написаны. Что-то 80, 90. Надо все спрашивать лично. Можно также картой расплатиться или рупиями, как вам удобно. Тут Светлана много всего набрала, но пока еще это. Еще не считали, что еще будет стоить, не знаю. Пошла еще перец ставить. Это корица, палочки корицы. 85, да, стоит? Да. Так, это я взяла кардамон. Та же цена у них одинаковая. Кардамон. А, по одной цене пока все это показывают. Угу. Так, это кумин. Мне надо, это для плова я брала. Угу. Так. Это порошок кумина, это тоже для плова. Это я все старалась взять для плова. Это куркума. А, все по одной цене пока, да? 85, пока ага. Это белый перец. Угу. Это семена кориандра. А это мускатный орех. Мускатный орех, да? Угу. А
А еще взяла алоэ вера за 200 рублей. Так, алоэ вера за 200 рублей. А сколько миллилитров здесь чего не написано, Света? Она говорила, что... Ой, мелко очень написано, ничего не видно. 200 написано, что-то 200... А, это 200 рублей. А, 150 грамм. Вот, 150 грамм, да? Да, 150 грамм. И вот это таблетки для иммунитета. Ну, тут... А они сколько? 350 или сколько? 200 грамм, нет, вот я вижу. 120 рублей стоят вообще. 120 рублей? 120 рублей, да. Я их взяла, потому что они тут, как написано, вообще от всех болезней мира, блин. И от депрессии, и от стрессов, и от отчаяния, и крови, печени, шпаки. А тут можно? Можно. На камеру снять. А нам чек дали, кстати, Свет? Да, дали. Давай я чек заодно сниму. Так, сейчас я вот это сниму. Смотрите. Так, описание какое тут есть. Так, и сейчас я вам чек покажу. Где он у нас? А, вот он, чек. Я не знаю, чек что-нибудь даст, ну, короче, блин. Вот он чек сам, который нам пробили. Нет, а почему не за шафран? Короче, вот. Шафран, что это дорогая? Шафран 400 рупий стоит. А? Нет. Где вы взяли ваниль? И вот еще ваниль взяли, 300 рублей. Простите, у нее, у девушки. Ну вот, чек еще на ваниль и шафран. Ничего, у меня вот эта часть всегда улетает. Кому понравилось мое увлекательное и интересное видео о плантации специй, ставим лайк, пишем комментарии, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, когда подпишетесь, вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео и прямых трансляциях. Далее мы еще потом покажем цены, еще когда приедем к себе в отель, там еще расскажем, покажем, что чего почем. Вот, вот, даже слышите, собачка там на улице подтвердила. Вот. А в следующей серии мы с вами продолжим прогуливаться на нашей экскурсии. Там посмотрим всякие там храмы и так далее. Всем до новых встреч в новом месте.